Всем привет, геймеры! Приветствую вас на своем канале. На игровом канале с вами Мавик. Играем в Far Cry 5. Продолжаем после того, как мы захватили уже одну область. Уничтожили одного из Иоаннов. Иоанн. И это был... Привет, салага. Привет, салага. Это был или, как говорил главный наш враг, его брат... Брат по вере или брат по крови, этого я не знаю. Вот он, уничтоженный регион Иоанна. Долина Холланд захвачена. У нас осталось еще два региона. В принципе, здесь у нас сопротивление еще так много, а здесь чуть-чуть осталось. Я думаю, здесь добить. Регион Иакова. Только хочу дернуться, посмотреть, что у меня по деньгам. В магазине что-то смогу я приобрести еще. Или усовершенствовать. У меня есть снайперская винтовка. Я бы хотел ее немного так, персонализировать. А деньги у меня есть. $5354. А если прицел, то у нас точность, дальность увеличится. И магазин. Но удобство... А почему удобство будет хуже? Купить за 1000... да, я куплю. Это приобретено. И, наверное, используется для бесшумной стрельбы. Вот насчет бесшумной стрельбы, это хорошо. Бесшумную стрельбу мы тоже сделаем. И, может быть, даже посмотрим, что у нас из пистолета есть. Уже есть. Такс. Что-то приобрести такое интересное и персонализировать. Типа маузера. Классический, только с удлиненным стволом. На этом, наверное, все. И двигаюсь уже в новую локацию. Ну как, она не совсем новая, регион Иакова. Иоанна мы уже сдернули на вышке, и остался Иаков. Здесь у нас зов природы. Уничтожьте маяки для волков. 4 маяка уничтожить. Возможно, сейчас и этим займемся. Уничтожьте маяки. Еще 4. То есть и здесь 4, и там 4, или по 2. 2 справа, 2 слева. Уничтожьте вертолеты Иакова. Иаков отправил боевые вертолеты на поиск выживальщиков. Попробую вертолеты уничтожить. Все, я погнал. То есть этим лазерным пистолетом неплохо будет уничтожать. И может быть даже со снайперской винтовки тоже попробуем немного поднасолить Иакову. А че я переместился не туда, куда надо мне? Не туда нажал. Почему они пропали? Точка, отмеченная, где вертолеты боевые уничтожать. Не вижу. Он внизу! В холмах живет куча крутых ребят, которые не боятся ни крови, ни смерти. Как по мне, это странно.
Знаете, кого я хочу себе сейчас в команду добавить? Я же вот эту собаку никогда не добавлял. Пусть она будет. Будет засвечивать всех врагов. Вот он. Один вертолет. А сколько всего вертолетов надо сбить? Keep clean. Раз, два, три. И здесь у нас вооружено уничтожить вертолеты Акова. Здесь еще тоже. Задвинусь. По три точки здесь, которые еще можно захватить заодно. И походу мы этот регион, может быть, даже в этом видосике и захватим. Нужно так все события прям как рекой ринулись. Все по Бырику захватывается. Ящик с пластинками. Давайте посмотрим. Я не знаю, что это за пластинки. Или граммофон мы нашли, но не взяли. Ну, сейчас возьмем. Хочу еще игрушку, ребята, поиграть. Ну, 19-го года, правда, госснайпер, или какие там, по снайперам, не играл в игру. Возможно, я посмотрю, сколько она будет стоить, приобрету, да поиграю. Взять. Коллекционно. Old, как-то, Old Sun Outfitters, старый Sun Outfitters. И здесь у нас вертолет как раз. Дополнительное задание. Аркада. Это Ким Рай. Ник, помощник, вы меня слышите? Заскочите домой, как будет время, ладно? Пожалуйста, ничего срочного. Пока что. Сюжетное задание. Особая доставка. Домой это куда? Так, окей, забрасывание удочки. РТ закинуть. ЛТ подтянуть. Короче, это не мое. Рыбалка, это я в Assassin's Creed Valhalla, когда играл, мне там... Окей. Не совсем нравилась рыбалка. Ну, там по сюжету надо было оловить, и тогда там маленький принц что-то тебе... Ну, короче, пройдешь по сюжетному заданию дальше. Половив с маленьким принцем рыбу. Что не делает?
Легче легкого. Интересные факты. Бизон. Детеныши бизона называют рыжими щенками, потому что люди, которые это придумали, не закончили даже начальную школу. А еще люди перебили 50 миллионов этих бизонов. 50 миллионов. Да не только, ребята, ну, не только с бизонами. Такая ситуация происходит со всеми видами жизни на планете Земля. Многих перебивают просто-напросто. Такс. Из-за жажды денег. Побежали. Короче, когда убивается этим лазером, такой звук, ляп, как будто какашка упала. Ляп. Здесь на этом месте все. Какие-то сторожевые вышки, дайте мне что-нибудь уничтожить. Стал ПДМ. Так, я думаю, магазин. Сюда, наверное, я быстро перемещусь и начну вот здесь, здесь. То есть 4 точки как раз нормасик будет. Захватывать. С какой стороны бежать? Слева, справа. Я думаю, отсюда будет интереснее. А чё я на территорию забегаю, мне сразу хреново становится. А, там же ж этот яд. Я ушел. Ушел. Мы в безопасности. Спасибо тебе. Не за что. Проблема то, что мало патронов для снайперской винтовки. А, мы могли бы этот магазин. А чё я не приобрел магазин? Надо сказать. Дополнительный магазин для снайперской винтовки. Нифига себе, у меня 16 очков доступно, а я даже об этом не знал. Так, давайте мы... Увеличить здоровье до 3.
Эксперт тяжелого оружия. РП-РПГ огнеметы. Так, автомеханик. Эксперт винтовки. Винтовки, снайперские винтовки, ускоренная перезарядка, прицеливание и смена оружия. Покачивание оружия, разброс уменьшается, также работает в режиме аркада. Снайперку по-любому. А мы пользуемся, это прикольно. Так, отступник-диверсант. Подойдите к капоту машины. Так, 9 очочков еще. Мастер взрывотехник. Тихий бег. Умелые руки. Вы быстро изготавливаете предметы. Так, эксперт ближнего боя. Наверное, потихарику, что ли? Подсумок, особые боеприпасы. Так, получив ранение, пес-бумер возвращается в строй быстрее. Нет, я, наверное, тихий шаг сделаю. Получить навык. Быстро перемещаться, пригнувшись. Так, вы можете немного... намного быстрее перемещаться. А мне надо не быстро, а мне надо именно потихарику. Так, разблокируйте дополнительное место в команде, позволяя вам играть с двумя наемниками в одиночном. О, давайте. Если два наемника, это круто. Ну и смотрим. Так. Два наемника. Одновременно. Собака есть, и давайте мне... Кого из наемников? Может еще снайпер? Или тихо? Ума. Так, два наемника. Кого? Снайпер или пума? Персик. Короче, героиня снайпера. Я ее, наверное, беру. Все, у вас теперь двое. Это круто. Неудачное место. Сменю позицию. Так, давай, отработай. Ну что, патронов у меня мало осталось. Давай, кто из нас лучше? Найду позицию. Огонь разгорается. А куда он исчез? Ёпта мать. Он улетел. Пожар! Так, деточка, ты отработала? Ничего. Отрабатывать будем. Что будем делать? Магазин банка червей. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Мне нужна хорошая выпивка. Ты ищешь работу? Дело вот в чем. Когда-то давно у моей семьи была винокурня. Там делали лучшее в мире пойло. Макхеллен 57. Но винокурня разорилась, и все пропало. Но в записях моего прадеда говорится, что они выдерживали виски под водой по всему. Если ты не думаешь, я буду здесь. Мне нужна помощь, я заплачу. Так, я бы себе сейчас приобрел немножко патронов для снайперки.
Это самое сейчас мне необходимое. Боеприпасы. Пойдем, короче, будем зачищать мост. Этот здесь у нас лагерь у озера Сильверт. А это что у нас еще такое? Вооруженный конвой у реки. Нет, сюда мы не пойдем. Или фиг с ним. Да давайте, короче, вот это добью эту место, а потом быстрое перемещение сюда сделаю и эти две точки. Побежали через мост. А то что-то ломаюсь, как барышня. Туда не пойду, туда не хочу. Так, тихо-тихо. Побежали. Этот пес же обнаруживает врагов. Сейчас мы про него еще немного почитаем. Так, отметить всех врагов в области действия. Поинтер. И спутник иногда приносит оружие после атаки. Отметить всех врагов. Бляха, медведь никак не убиваемый. Стреляйте, медведя! Что-то стреляет. Меняю позицию. Да черт! Атакую цель! Давай. Сюрприз не удался. Так, всплываешь там или... Бляха, подводный. Куда он исчез? Утка. О, утка. Это мутка. Утка. Хренолутка. Икс. Поплыли. Еще жива. Господи. Можно передохнуть. Где песик? Прости, пес.
Кто не выпрыгнул, я не виноват. Короче, залетаем прямо на берег. Это место. Вряд ли ты видишь то, что вижу я. Мы побеждаем. Welcome to Summer Camp. Смотрите, ты там! Нельзя, чтобы эта тварь вот так тут бегала. Какая тварь? Я пошла. Нужно найти обзор получше. Нужен ключ. Неудачное место. Меню поди. Да бляха, а где ж мне ключ найти? Меняю позицию. Записка выживальщика. Эдемщики захватили летний лагерь. Дома здесь забиты их барахлом. Повсюду псы. И не справляясь с ними в одиночку, но кое-что сделать мне все же удалось. Я выкрал мастер-ключ от двери всех домов в лагере и скормил его одной из собак в главном здании. Если они хотят забрать свою снарягу, им придется дождаться, пока эта зверушка просрется и порыться в ее дерьме. Вот это? Так, где там ваши какашки? Патроны для дробовика. Сри, давай. Короче, в говне лазить, я понял. Взрывчатка. Дела сихванутые. Ходят слухи, что вы потеряли ключ от своего ларца с украденной снарягой. Блин, тут говна столько. Ускорители, говно ускорители. Ключ мне нужен. Мне нужен в говне ключ. Кура скунса, блин. Патроны для дробовика. Тут, блин, собак еще мертвых много.
Отойди, говняшки. Боеприпасы. Нет, нет места боеприпасам. Говно боеприпасы. Латук. А где же, блядь, этот ключ? Или они еще... Корпус. Или они еще не посрали. Возможно, пристрелить нужно какую-то собаку. Отличное дополнение к пирожным брауни. Алкоголь. Так, калибр 50. И давайте, наверное, может быть, бронебойная. Да? Бронебойная тут будет. Ну где, блядь, вы срёте или нет? Приманка для ангелов. Неохота вас, конечно, убивать. Собаки. Короче, да. Где еще собака могла насрать? Последняя собака и пошла она, короче, в сраку. Не хотят. Давать мне ключи? Ну ладно. Не хотите, так не надо. А вот-то хрень. Такс. Найдите ключ от хижины. Барахольщик. Да ну нахер. Короче, этот ключ я манал. Он где-то на втором этаже. Блять, ну вот не хочется, конечно, его
пропускать. Короче, пошел нахер этот ключ. Ничего там интересного не будет. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не... Фанатики! Могло быть и лучше. Свой? Свои. Мы многого добились. Давай уже покончим с этим делом. Покупка невозможна, боекомплект полон. Блин, как ты так все захватываешь, и ничего не происходит. Воющая пещера. Я вообще, бляха, я как-то двинулся, начинал с Иоанна здесь, вернее, с Иакова, а передвинулся совсем не туда, куда надо. Так не пойдет. Нет, так не пойдет. Вернусь обратно к Иакову. Иаков? Правильно? Я как-то так незаметно для себя не в ту степь вернулся. Турбогриль. Я пошла. Нужно найти обзор получше. Конечно же, у меня бронированные патроны. Ух ты ж! Красава. Не жалейте пуль! Ой, блядь. Так, оживляй меня, собака. Собака, оживляй меня. Спасибо. Пожалуйста. Сменю, короче говоря, наверное, бойца другого возьму. Возьму-ка я, наверное, пуму. И возьму... Ну, давайте вот этого. Давно уже не использовал. Давай, до встречи. Заказ принят. Мышовый порция картошки. Блин, я был так занят, ногти на ногах стриг. А не, этот засранец, который огнем стреляет. Не, он не пойдет. Вот эту, да. Ладно, хрен с ним. Не
что у меня снайперка вся в это в крови. Один раз мы с Чедом проболтали 3 часа. Я не поняла ни слова, но было так весело. Пора надрать кое-кому зад. Я Чед. Я у нас ты. Я Чед. Ты. Ты у Чеда, доберитесь до летнего. Барахольщик. Какой летний лагерь? Нафиг мне барахольщик? Это вообще Чед Валанский. Нафиг он мне нужен? Как будто я здесь уже был. Так, Яков велел выселить Элиота вместе с семьей. Они слишком долго портили нам кровь. Обязательно загляните в бункер. Может, они прячут там, прячутся там. Методы до осмотрения имели. Эй, ответьте. Меня кто-нибудь слышит? Найдите бункер. А где-то ключик найти от этого бункера. Ключ от бункера. Найдите ключ. А где его искать? Стреляю прямо в глаз. Мгновенная смерть. Хотя иногда хочется, чтобы гады немного пострадали. Ключ, скорее всего, в доме. Красивая киса. Оставаться здесь. Ты думаешь, что сможешь разобраться с Иаковым, но ты ошибаешься. Один ты не справишься. Приходи к нам. У нас есть еда и патроны. Хватит как
как же мне вниз проникнуть? На первом этаже проникнуть? Где? Что за? Твою ж мать! Хороший враг, мертвый. Я знаю, что ты нас предупреждал, но уже поздно, мы думали, что справимся, но мы не знали, какие силы сможем собрать. Окей, а как же... Где ключ замыканный? Stand and fight. Оставайся и стреляй. Да где же, блядь, этот ключ искать? Твою мать! Пригнись! Обожаю убивать эдемщиков. Лучше всяких наркотиков. Так, наверху, там, где 20 метров. Ключ там. 15 метров. Здесь ключ. Это не ключ. Это комикс. Зомби. Короче, нахер этот ключ искать. Это сильно долго. Бейсбольная карточка Пумы. Что-то у нас здесь ничего дальше не открывается в этом сопротивлении. Плащ Никсона. Еще один вертолетик уничтожим. Короче, буду я, наверное, дергаться этот маяки волков уничтожать по краям. Давай. Его,
Все, побежали. Нас так просто не маяки узнать, уничтожать. Не хотя бы один маяк здесь сейчас уничтожим. Ума и остальные, может, даже в следующем видосике. Осмотрите дом Элиот. Так это нас видят или нет? Не догнал сначала, кто у нас обзывался. Блин, веселуха. Меняю позицию. Готовься, пора крошить. Я точно что-то слышал. Блять. А что ты слышал? Я тоже что-то слышал. Я слышал какой-то взрыв. На этом будем это видосик заканчивать, ребята. Тот, кто что слышал, тот уже больше не услышит. С вами был, если будет, Мавик. Продолжим наши боевые действия в Far Cry 5 в следующем видосике. Всем пока-пока.